В блогах и социальных сетях сегодня одна из самых популярных тем – странная благотворительная акция основателя сети ВКонтакте Павла Дурова. В день рождения Петербурга, который праздновался в минувшее воскресенье, он и вице-президент компании Илья Перекопский стали бросать из окна 5000-ные купюры. Прохожие устроили настоящую драку, пытаясь схватить деньги, а благотворители сверху наблюдали за ними. Сам Дуров в Твиттере объяснил, что так он по-своему решил поддержать атмосферу праздника. Павлу Дурову принадлежит 1/5 часть ВКонтакте. Согласно недавно опубликованному рейтингу российских миллиардеров журнала «Финанс», его состояние оценивается в 7 с лишним миллиардов рублей.